За минувший 2015 год разрез Черногорский завершил рекультивацию и возвратил сельскохозяйственный оборот Устьабаканского района 43 гектара восстановленной земли. Это в 4 раза больше, чем сдавалось ежегодно 10 лет назад. Новые технологии рекультивации отвалов горной породы разрез применяет уже около 8 лет, благодаря сотрудничеству с учеными Института аграрных проблем Хакасии. Теперь отвалы не выравнивают по поверхности, а формируют из них своеобразные гряды с чередованием возвышенностей и впадин. В результате почву не выдувают ветры. Первое, что наличие впадин способствует накоплению и удержанию воды. Второе, это возвышенности создают дополнительную тень, которая снижает испарение данной влаги. Третье, это в процессе воздействия атмосферных факторов происходит разрушение породы, которая скапливается на дне выемок в виде мелкозема, которая впоследствии обрабатывается биопрепаратами и создается благоприятная питательная среда для травы, кустарников и деревьев. С момента введения новой технологии практически близка к нулю и вероятность самонагревания отработанной породы, поскольку растительность восстанавливается быстрее в разы. Доказательство тому – результаты замеров воздуха на границе санитарно-защитной зоны в километре от разреза. Контроль воздуха осуществляет не только экологическая служба разреза. Независимый экологический мониторинг регулярно проводит Центр гигиены и эпидемиологии Хакасии. По многолетним наблюдениям превышение предельно допустимой концентрации не наблюдалось. То есть и, соответственно, можно сделать выводы, что, в принципе, такой опасности нет. Наталья Чудина, Виктор Буров, Станислав Колчинаев, Вести Хакасия.